они подходят и говорят: слушайте, вы преподнесли нам такой подарок, спасибо вам за глоток свободы, спасибо вам за мистера Фримана. Это круто, да? Второй контекст – это уже Фрэнки, да, сумасшедший Фрэнки. Более узкий контекст, не такой как бы мощный. Кто слышал этот глобальный сериал на Серебряном дожде, да? И тоже спасибо за Фрэнки.